Господи Боже наш, хвала Тебе, слава Тебе, милосердный Создатель. Ты послал нас напомнить великим мира сего о грядущем возмездии за все беззакония и грехи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Ты Спаситель наш. Враг издевается над человеком, раздел и бросил их, как ненужную, как падаль какую при дороге. Откроем истину Твою. Утешаются телом своим. Сатана желает погубить человека, раздевает и бросает. Бросая его, прелюбодеяние, блуд, всякое смерть. Тебе, Боже, слава. Слава Тебе, мой Господь. Будь милостив к нам, Владыка, спаси и помилуй. Если знает Тебя человек, он примет евангельскую весть. Благословен Ты, Господи, это новое поколение. Они ничего не знают ни про Тебя, Господи, ни про Церковь. Откроем эту истину. Покажи, какое горе ждет человека, который не уверует в Тебя. Коснись их сердец. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, Господи. Ты дивно велик. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты. Ибо грешники устроили из этой жизни пир. Они смеются надо всем, но Слово Твое говорит: горе смеющимся ныне, ибо горько восплачете и возрыдаете, если не уверуете, если не примете Христа Господом своим. Он умер за наши грехи. Хвала Тебе! Благословен Господь, и благословен от Царства, Отца и Сына и Святого Духа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Дивно велик Ты, Господи! Тебе слава, хвала, честь и поклонение во веки веков! Помилуй, Господи, наследие Твое! Благослови верующих в Тебя, ожидающих Твоего пришествия! Слава Тебе! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй, как далеко человек ушел от Тебя без веры. Он совершенно ослеплен грехом и не знает, что ожидает его за гробом, а мука вечная. Коснись сердец людей, не познавших Тебя. Обрати их к Себе, ибо Ты умер за грехи всех людей, Господь. Ты сказал: верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Ты повелел ученикам своим: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо на Слово Твое уповаем, к Тебе прибегаем и славим Твое дивное имя, Иисус, Спаситель. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй, и благослови премудростью закончить этот день. Ты благословляешь человека на труд и даешь силы окончить его. Это все от Тебя. Ты даешь человеку смысл жизни, чтобы веровал человек
и с верой побеждал все препятствия. Ты умер за грехи людей и ожидаешь кающегося грешника. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. И найди новые души. Откройся им, Господи, дабы они уверовали в Тебя. Останови безумное течение жизни в этой тьме порока, в этом разгуле дьявола. Сколько душ погибает. Открой им истину Твою. И от Тебя, Господи, никто не скроется. Каждый предстанет пред Тобою, дабы ответить за все, что делал в этой жизни, доброе или худое. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Напрасно скрывается человек, ибо Бог знает мысли человека и чем он закончит жизнь. Дьявол обольщает ложной надеждой, что его никто не узнает. А Бог знает все, когда ни одного дня еще не было. Господь видит зародыш человека и последний день нашей жизни. Слава Тебе за это величие, за милость познавать Тебя, Господи, и служить Тебе. Коснись сердца многих людей, откройся им, дабы они нашли радость святости жизни, признание Тебя Господом Богом своим. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Благодарим Тебя, наш Господь! Ты дивно велик! Ты сотворил человека и дал ему смысл, чтобы он искал Тебя и жил с Тобою. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты единый вечный Спаситель наш во Святой Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Мы возвещаем о любви Божией. Добрый день. У вас вопросы, может, есть какие? По Слову Божию. По жизни. Вы Евангелие это считаете? Нет. Нет, совсем не знаете, да? А человек тогда для чего живет, если не для Бога? Ничего и нету. Вот так. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Как насмехается сатана над людьми. Дьявол смеется над людьми. Раздел и бросил. При дороге валяются трупы. Помилуй, Господи. И старые, и малые от блуда сошли с ума. Пробуди их совесть. Одень их, Господи, в святость. Ты близок к сокрушенным сердцам. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе! И вот растет поколение, которое ничего не знает о душе. Аллилуйя! Так я что, я пришел сюда, чтобы людям возвестить о Христе, о спасении, потому что здесь много безобразий делается, просто Содом и Гоморра настоящие.
Ну, я заметил. Мы их приходим сюда и... Искал общение. Тут половина людей раздеты, а всего процентов 80 мусульмане. Я с ними говорил. Приходят тут вместо ни для каких разговоров-то нету, раздетые. Раздетые. Показывают, совокупляются, как половые органы показывают. Такую мерзость даже вообразить нельзя. Это нигде такого нету. Ни в Фейсбуке, нигде. Это место свалка, Содом и Гоморра. И мы вот пришли им сказать о Боге, о вечности, что ждет людей за это. Вас-то я встретил. Вас-то я говорю, встретил. Что есть? Вас-то я встретил. Не могу понять, какое слово. Ясно. Что-то у вас... Это обычно-то слышно как-то. У вас, я, наверное, не знаю даже, почему так. Это вы раздетые просто блудники, прелюбодеи. Показываете, какой ты сильный. Куча всякая греха. Это Содом и Гоморра. Мы пришли, чтобы сказать, что за эти дела гнев Божий на людей. Ага. Ты в Все. библиотеке не читался? А, Вы только без ругани. Нет, я без, не ругаюсь, это тёплый. Это, это Евангелие написано, это смысл. В вашей книге священной тоже так написано, что блудники в огне гореть будут после смерти. Вы что, не знаете? Это не только у нас написано в Евангелии, это у мусульман написано. Я с ними близкие отношения. Нельзя голым сидеть вот так. Ну, вы же знаете, я им сказал, говорю, мусульман, почему тут много, 80%? Потому что тебе дома 4 жены, надо платить колым, а тут 44 бесплатно. Это у меня 4 жены, я с душу только вышел. Но им разрешается, я говорю, я не говорю про вас, а вообще. Ну. Люди живут и мужеложеством занимаются, и чем попало. По вашим законам, таким людям смертная казнь грозит здесь, на земле. Вы где таких законов начитались? Я так еще с Я не, я не воздух. Насчитался, я много ездил. А много ездили, ну вы видали, чтобы Казахстане вот так это Я не сюда. Просто так, а как миссионер ездил. 6 мусульманских республик, Турция. Мы много знаемся с мусульманами. У них строго все. А вот так, чтобы мужчина с мужчиной, который геи есть, и их сразу уничтожают. С 20-го этажа руки связывают и вниз бросают. А ну это что, вот смотрите, что рядом с нами девушка сидит. Но я вам говорю, это в Тунисе, Саудовской Аравии, где настоящие мусульмане. А здесь-то такие нарощишные. Они свинину тут едят. Девушка, 21 век на дворе, вы что? На дворе 20 век, и он 21 век промелькнет, даже не заметишь, и уже суд Божий будет. Мир стоит на грани катастрофы. Будет война, 2,5 миллиарда людей будет уничтожено. А потом суд Божий. А перед этим будет одно царство на всей земле. Один еврей в Иерусалиме будет царство. 3,5 года. Вот все уже известно. Горе грешников, которые упиваются грехом. Евреи навряд ли будет там что-то делать. Я вам сказал, вы смотрите сами. Вот поглядите, маленькая полоска евреи занимают. И у них территории меньше, чем у мусульман в 500 раз. И ничего с ними сделать никто не может. Объединялись вместе, нападал Египет. Все, Израиль всех разгромил. А почему вся пресса, все юристы, все золото, все у евреев? Почему так предсказано было? Предсказано. Это... Ладно, давай. Вы знаете, воевали с евреями кто? Гитлер и Сталин. Того другого нигде нет. Они какую силу-то набрали? Неужели непонятно? Это богоизбранный народ Божий. Правильно, правильно, Сталин говорит. Да. Мы должны их благословлять, а не проклинать. Евреев нельзя проклинать, ругать. Это Бог так назначил. У вас закон определенный. Ну все с Богом. Обрати вас, Господи, ко Христу. Жизнь вечную получить. Да. Все.
слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. По какой причине-то раздетые? Приготовились на блудодеяние, причины никакой нет, показать, смотри, какой жирный, иди сюда. Причина-то одна, прячется, лица прячет, от Бога не спрячешься.